Сегодня праздник Почаевской Пресвятой Богородицы. Вот именно в этот день я выезжаю с Валама, с этой святой обители, на Соловки. Ну, как обычно, Василий Пограничник. Вася, брат, добрый день. Что там опять? Что у нас? Ух ты! Красноперочка, Вась. Ну, ты рыбак, серьезный рыбак. Так, Геннадий, Василий, все. Запечатлею вас, Валамский паломник. Святая обитель, северный, русский северный Афон, русский северный Афон. Все, Вась, добра, мира, любви. Республика Карелия. Вот такая красота. Вот такая красота. Прощай, Валам! Наш прекрасный северный Афон русский! Мы скоро вернемся! Улыбаемся, машем руками. С праздником Богородицы Почаевской! Вот такие прекрасные встречи и прощания со святым русским Афоном, братья и сестры, в день Почаевской Богородицы Пресветлой Пречистой Матушки нашей, которая святым покровом защитила монахов Почаевской Лавры от мусульманского нашествия очередного. Аминь и Богу вся слава! Что не купить и не отнять.
Ой, спасибо.